именно ты можешь помочь Казанскому федеральному выбиться на первое место в конкурсе лучших медиацентров по всей России. Голосование разделено на 10 блоков, и в каждом из них будет определен один участник, набравший наибольшее количество очков. Далее, среди них 20 сентября состоится финальное голосование, где и будет определен главный победитель в номинации «Признание интернета». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, каждый студенческий медиацентр представил творческую работу. Именно по ней зрители и будут выбирать победителя конкурса. Цель конкурса МАСТ, насколько нам было известно, это выявить вообще в России, какой медиацентр считается лучшим. Но мы, естественно, думаем, что это наш медиацентр, медиацентр Универ ТВ. Естественно, мы начали принимать в нем участие, оба этапа прошли, и сейчас идет активное голосование в интернете. Это уже по зрительским симпатиям идет, чей лонгрид больше понравился. Ну и также член жюри тоже сейчас голосует до 20 сентября. Поэтому мы сейчас активно агитируем и наших одногруппников, и наших коллег, друзей и так далее и тому подобное, чтобы они голосовали именно за Казанский федеральный университет. Голосуй за медиацентр Казанского федерального университета на сайте конкурса и в официальной группе Международной ассоциации студенческого телевидения ВКонтакте. Олеся Чеботарева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.